все опять, все опять повторяется. Все опять, все опять. Сейчас не дождетесь. А что такая конструкция простенькая? Ничего посложнее нет? А что такие аплодисменты слабые, как у Дорна в Махачкале? А между прочим, это сложно. Внимание на экран. Итак, Марина весит 53 килограмма, Ирина 57, Ольга 60. В итоге нижняя держит 170 килограмм. Что равно массе дикого кабана, депутата Митрофанова. Хотя я это уже говорил. Два Сергея Жукова 97-го года. Или один 2013-го. Ну и два кролика и пару минут. Мать моя качает через торренты. А вы что, в позу-то встали? Вы же у меня красавицы, бровки полумесяцем. Спасибо. Возле них поди каждый вечер мусульмане собираются. Вот как знал, пора вам замену искать. Любимая, выходи. Другая женщина. Другая женщина. Вот, девочки, знакомьтесь. Ты кого привел? Она вообще не из Пензы. Это уже возвышает ее над вами. Выгони ее из команды. Я не могу, и я уже дал им имена. Она похожа на девушку легкого поведения. Это, конечно, по женской логике меня должно крайне отпугнуть. Да она больше похожа на мисс Мира, чем вы. Не пиши. Все, думаешь, ты незаменимый? Гоша? Батюшки тебя отпевать отказались. Чуешь, чем пахнет? Это Dolce & Gabbana. А я бы не гордился, что от тебя какими-то двумя мужиками пахнет. Слушай, давай поговорим по-мужски. А ты плохой мальчишка. Да. Встань в угол и слушай, что нормальные мужики говорят. Мужчины, помните, вы имеете на это право. После того, как мужчина воспользовался зубочисткой, он обязан разломать ее на максимальное количество кусочков. Мужчина хотя бы раз в жизни обязан попробовать встать из положения лежа сразу на ноги, как Джеки Чан. Мужчина имеет право бежать пальцами по перилам эскалатора. И при этом периодически делай как бы большой прыжок. На самом деле не важно, мужчина ты или женщина. Главное не смешивать. Максим! Ну ладно, если нравится, пусть остается. Ну и в конце нам хотелось бы принести реальную пользу людям, поэтому совет. Мужчины, помните, если девушка после секса говорит вам: «Это было великолепно, проведя время с тобой, я поняла, что ты тот самый единственный, с кем мне было по-настоящему хорошо», она вас обманывает. Потому что если бы ей было действительно хорошо, она не смогла бы составить сложно подчиненное предложение с непричастным оборотом.